рад сегодня вам представить вот такой вот товар. Видите, это трость. Трость с таким вот пластиковым набалдашником. Плестеглаз, по-моему, называется этот прозрачный материал. Достаточно прочный и увесистый. Там внутри находится змея. Ну, наверное, настоящая сушеная змея. Гладкий черный такой ствол. Достаточно такая увесистая она, резиновая. Вот здесь вот насадочка есть. Вот. На зиму можно, наверное, вкрутить сюда, в принципе. Я думаю, несложно будет какой-то металлический штырек. Ну что, трость сама по себе, конечно, трость, но по длине такая она, вот я человек среднего роста, мне очень подходит она. Вот, очень удобно опираться на, вот, на ручку, на эту такую массивную. Ну, в случае чего, я думаю, что можно отогнать этой тростью хулиганов каких-то. Думаю, пенсионерам некоторым понравится эта вещь. Кроме того, в этой трости есть такой еще неприятный сюрприз для гопников Троещины и Харьковского. Вот такой вот стилет. Вот. Он достаточно такой мягкий, наверное. Ну, в принципе, как психологическое оружие, достаточно такой убедительный. Поэтому, дорогие наши пенсионеры или инвалиды, кому интересна вот такая вот трость, с радостью вам ее продадим за недорого. Заходите в наш интернет-магазин и выбирайте. Спасибо.